В округе утвержден план противопаводковых мероприятий 2015, несмотря на то, что паводковый прогноз на этот год специалисты дают более чем благоприятный, и подготовка к нему идет полным ходом и с учетом ошибок прошлого года. Уже прошел электронный аукцион по закупке песка и подсыпке территории от возможного затопления Нарьян-Мара. Объемы необходимого материала в этом году обещают увеличить. Уже идут заявки от населения города, идут заявки от старост районов, председателей ТОС. Соответственно, мы уже составляем график обращений и планируем возможные места подсыпки необходимые. Новшеством этого года станут уровни меры. На территории города будут установлены два датчика. Они будут вести постоянный контроль уровня воды. Вся информация будет оперативно поступать в единую диспетчерскую систему. По долгосрочным прогнозам отдела речных и морских прогнозов Гидрометцентра Северного управления уровни воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. По прогнозу, ледоход у нас на Нарьян-Маре ожидается 25 мая. Средняя дата – 27 мая. Самая ранняя была 6 мая, а самая поздняя – 17 июня. Значит, ну, как обычно, ошибка дается плюс-минус 7 дней. Тоже может быть раньше, может позже. Уровень воды 470-530 сантиметров. Средний многолетний уровень у нас 538 сантиметров. Но если вот при таком развитии ледохода вдруг может быть заморозки или обильное, наоборот, снеготаяние, если будут заторы, то уровень воды может достичь 6 метров. У нас неблагоприятная отметка – это 620 сантиметров, а опасная отметка – 670. Так что даже при заторе, получается, у нас будет уровень поменьше. Этот прогноз долгосрочный будет корректироваться с учетом капризов погоды.